ты что делаешь? Так, надо броник взять. Блин, а карта большая. Если я не ошибаюсь, конечно. No way. О, вот здесь можно спрятаться, ё-моё. Хорошее место. Эсоу. Хорошая штука без перезарядки. Реально помогает капец. Когда нету времени для перезарядки, она работает без передышки и без перезарядки. Подарок от инопланетянина. Где все остальные? Где-то попрятались, блин. Так, там один чувак застрял, так что я иду сам к нему. Где он? Первый левел пройден. Ничего себе, я что, сам вот это работал? Капец. А все что, не хотят работать или стажеры, блин? Встречаем гостей. Ох ты, блин! Вот это толпище, блин. Они, походу, все бегут этой дорогой. Ничего не пойму. Что те напарники там делают? Почему они сюда не идут, блин? Помощь мне, блин. Вот это, блин, команда, я в шоке. Четко работает, без перезарядки. Есть, конечно, ограничения по количеству лазеров. О, кто-то уже наконец-то идет сюда. Ну наконец-то, уже пора, блин. Так, я за броником. Вот он. Да, карта реально большая. Вторая волна пройдена. Встречаем гостей. Вот эта штука мешает, блин. Эстоу. Теперь друзья идут с другой стороны.
кто-то не выдержал. Ух ты, блин. Сюда едет машина. Сейчас мы ее встретим. Ступать. Вот это там толпа, блин. Третья волна. Хотя вроде как полегче, чем на Grove Street. Или то мне так кажется. Потому что на Grove Street очень тяжело. Интересно и одновременно тяжело. Да кто ж там спрятался, блин, а? Что я не могу попасть у него. Наконец-то попал. Так, аптечка надо, броник. Все, теперь можно встречать гостей с супер оружием от инопланетянин. Ух ты, блин, а тут уже толпа стоит. Вертушка, ё-моё. Откуда? Птичка упала. Фейерверк. Так, четвертая волна. Аптечка нам не помешает. Какой-то туман, блин, не видно их. Этих беспредельщиков всех. Интересно, дойду до 10-й волны или не? Четвертая волна практически пройдена. О, сзади меня броник, ничего себе. А ты играл уже на такой карте? Или это новая карта, ее раньше не было? Ух ты, ё-моё! Я себя чувствую с таким инвентарем инопланетянином.
пришельцам, блин. Ух ты, блин. Лежать, блин. А чё, неплохая карта, мне понравилась. Что неинтересно? Карта неинтересная? Блин, у меня проблемы со здоровьем. Там есть броник, так что я иду за ним. Ну, карта реально большая, конечно. Дождь пошел весь мокрый, в краске. Так, чувачки подъехали, отлично. Убегают, ё-моё. Испугались меня. Когда, куда они удрали? А, другие уже подъехали. Лежать, блин. Пятая волна пройдена. Так, мне бы аптечку. Да, по сравнению с Grove Street, конечно, она намного легче. Шестая волна вообще не чувствуется. Подъехала машинка, отлично. Напарнику помогу. А, тут уже никого нет. Там машина едет. Ай, жалко, что у меня нету РПГшки. О, я так добил, без РПГ. Плохо, что ночь, блин. Ух ты, блин. Так, я побежал за броником. Уснул. Аптечка есть. Так, если есть аптечка, ее нужно забрать.
А где она? А, вот она. Ух ты, блин! Я что-то подумал, что это мой напарник. Шестая волна пройдена. Причем вообще налегке. С такими раскладами дойдем до 10-й. Это уже интересно. Так, вижу, толпа идет сюда. Встречаем гостей с лазером. Ух ты, блин, две вертушки. Это что, салют, что ли? Одна птичка улетела. Так, еще одна. Ух ты, блин. У меня конкретные проблемы со здоровьем. Так. Блин, опять проблемы со здоровьем, ё-моё. Так, там есть броник в другой стороне, так что я побежал опять. Что, никому не нужны броники? Ну тогда я заберу, я не откажусь. Моя волна пройдена. Что, сегодня получим премию за выживание? Птичка забрали. Здесь еще есть. Отлично. Ты, блин. Конкретно зацепили. Так, никого не, значит, заберу броник. Прячемся. Понял, я что, сам остался, что ли? Ребята, вы чё, блин? Лежать. Ух ты, блин! Не пройдено.